Так, ну что, мы продолжаем дегустацию испанских аликантийских кафешек. Здесь вот есть такое меню у нас есть. Можно заказать очень много всяких блюд. Ну, цены, в принципе, такие чуть выше среднего. Но мы взяли кофеек. Сейчас принесут, покажу. Вот. Это мы находимся на горе Монте-Тосаль. На самом, можно сказать, вторая высшая точка по высоте города Аликанте. Там вот вид на город открывается, на море, на крепость Санта-Барбару потом покажу. Вот. Так, а здесь что у нас еще есть? Здесь у нас сладости, дульсес. Вот всякие такие есть. Острес, десерты. Ну, что-то здесь пробовал, на самом деле очень неплохо по вкусу. В принципе, неплохая кафешка, неплохая очень. Работает немножко по странному расписанию. Какие-то дни вообще не работает, а вот сегодня воскресенье работает. Так что вот так. Ну что, вот у нас все стандартно. Кофеек, сахаринин, чтобы не поправляться. Стаканчик со льдом, баса кон йело, кафе кон лече. Красота. Подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарий. Всем хорошего дня или вечера, смотря какое время вы меня смотрите. Так, ну вот они, виды Аликанте с высоты горы Монте-Тосаль в самом центре города. Отсюда Аликанте видим как на ладони. Красота. Самое интересное, что и зимой пейзаж абсолютно такой же. Такие тут сделали врата и проход для инвалидов, чтобы они могли плавненько туда вот заезжать, подъезжать в эту гору. Обычно любят или как-то. Себя и себя в другом месте.